Здорово всем, друзья! Рад видеть вас у себя на канале. И как я обещал, сегодня будем пытаться выжимать какой-то максимальный урон с Инквизитора. Это будет темный Инквизитор. Также будет Влад у нас в Дискорде. Будем общаться. Вообще, выскажемся по поводу Инквизитора, что с ним надо делать и надо ли. Не, ну надо по-любому. Просто посмотрим, что он сейчас может показать. Колода достаточно интересная. У нас есть еще вторая вариация с дедушкой. Может быть, ее тоже надо рассмотреть вместо той же дриады. И будем пытаться дать... Я хотел 200, ну это я что-то загнул, хотя бы соточку. Поэтому присаживайтесь поудобнее, надеюсь, катка будет долгая. Так, у меня здесь кошка спрыгивает. Надеюсь, катка будет долгая, мы с вами посмотрим на все это дело. Кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза, и начинаем, меня захватывает кошачье войско. Друзья, очень часто я на стримах и в чатике вижу, что ребята не знают, где закупаться в Рошаяле, поэтому для вас открываю маленький секретик. Ну, для кого-то он уже не секретик. Существует сайт VK Play Shop 1.4.8, стандартный сайт, где вы можете купить, это официальный сайт разработчиков, любое предложение, которое, в принципе, захотите. Еще совсем недавно разработчики добавили приятный бонус в 10% бонусов при покупке на каждое предложение. То есть, если вы хотите купить 5500 кристаллов, вы покупаете предложение, плюс он идет 10%, то есть 550. Чтобы это купить, вообще ничего сложного не надо. Мы нажимаем тык-тык, выбираем свой ID в игре, выбираю свой ID. Здесь есть вариант ввести секретное слово, вы можете ввести мое секретное слово, я буду безумно благодарен. Когда вы вводите мое секретное слово и дальше оплачиваете покупку, мне приходит уведомление, я вижу сообщение, которое дальше вы можете написать здесь. Пишем «Ты молодец». Вот, я увижу, что я молодец, вы напишите, я увижу, и, в принципе, все сообщения, которые мне приходят, я вижу, и безумно благодарен, потому что для меня это прям огромная поддержка и мотивация для делания видео и стримов. Все, дальше нажимаем «Отправить», вылетает окошечко с покупкой, где мы можем выбрать любой удобный способ оплаты. Здесь есть Киви, здесь есть Сбер. Карты подходят некоторые белорусские, украинские, российские, в принципе, как хотите, так и платите. Вот. Ничего сложного, невозможно совершить платеж, но это у меня проблема, у вас все будет отлично. Всем спасибо и переходим к видео. У тебя? О, у меня... Нормально, у меня тоже. У меня более-менее. Хоть статуя не на Зевсе будет, хотя можно и на Зевсе. Нельзя играть в эту игру. Что ты просто соединяешь? Я забыл, что нельзя. Не, у вас соседняя свободна все равно. А инка я нашел. Просто надо будет статую убрать как-то и все. Да, в принципе, ее можно оставить, наверное, чего она. Все равно две. Там, думаешь, там точка роста? Или насрать? Ну, тебе что, две точки не хватит раскачаться? Хватит, наверное. Ну, осталось статую найти. Все, статую находим и... А мне инка... Статуя уже упала. Стаки копятся, это уже нормально. Более-менее. Так, блядь. Инк же не настолько помойка, что он даже соточки не простоит. Опа, опа. Все, идеально. А, все, нашел. Да, изи. Так, там трибунал идет. А я ищу статую. А, ты уже... А, все, да, у тебя уже все есть. У тебя все нормально. Так, ну у меня есть инк, есть ведьма. Остается статуя, и можно лететь, как бы раскачиваться. Делать какие-то стаки. Плохо, что вокруг статуи будет две точки Зевса. Ну, у меня всего две точки. Около статуи. Я думаю, хватит. Блин, ну не туда статуя, ну не туда. Она очень хочет там быть. Ладно, поехали. Инк, давай. Не, ну трибунал ашотает на первой волне, все, имба. Как бы надо фиксить что-то. Ну да, что, вторую статую нет смысла ставить рядом с инком? Ее не фротнет больше никто. Не, не надо. Не надо. Просто раскачивай стаки в свою одну статую и все. 100 стаков. Не знаю как. Но надо как-то. Все, есть. Так. Так. О, кстати, ж можно лишних дриад скипать в инков, правильно?
Угу. Так, ведьма. Только эта ведьма мне нахрен не нужна. Так, статуя четвертая. Он еще инка этого качать будет. Нет, чисто теоретически это очень даже неплохо смотрится. Опять же, это да. Все будет зависеть от сопровождающих пешек, которые будут нас руинить. Так ведьма упала. Хорошо. У тебя две точки под статую на раскачку. Ну, на стаке у меня три. Чисто вопрос понял по контрзаклятиям. Надо всегда как будто пусто удержать. Ну, НК у нас всегда маленькие в теории будут. Выше второго не должно быть. Поэтому я думаю, будет нормально. Так, второй утиль. Куда тебе, дружище? Только третьего утиля не делай мне, да? А-а-а. Давай так. Пойдет. Это надо скипать. Отлично, пятая статуя. 8 стаков имеется. Ведьмочка стоит. Мана копится, в принципе, план работает пока что. Главное не сглазить. Никто не верит, что мы 200 простоим. Надо доказать. Всем. Ну, 200 будет тяжело. Так, третьего утиля... А, хотел сказать, третьего утиля сразу сделаю, но не придется. Сделаю ведьму Т4. Почищу стол, ну и все. Можно, в принципе, даже немного маны подкопить. Пару манапов. Туда-сюда сделать. Ухля, пожалуйста, не надо. Не надо это делать. Вот. Кошачий полет надо устроить. Оба. Все, сиди там. Отец 200 Б на инке делает, это важно. Блин, утилей до хренища. Так, давай. Куда ты? 30 секунд они же съедаются. Да. Быстрее, мужики. Рассчитываю на вас. Блин, точку роста надо как-то докачивать. Стаки ведьмы делать. Бам. Быстрее. Зевса, в принципе, смысла уже нет больше жать, потому что у меня только инк качается. А инк уже это 7. Поэтому можно пока что забыть про него на долгое время. Так, Агнерык. Вот это приятно. Второй утиль мне не нужен был. Контрзаклятие, как обычно, лечит говно. Ты пролагал? Да, у меня кошка интернет выключила. Хорошо, подключился обратно. Нормально? Просто, если вот мы будем стоять 100 Б и потом офнится интернет, знай, что моей вины в этом нет. Я здесь вообще ни в чем не виноват. Во всем этом может только кошка быть виновата. Конечно, вторая ведьма, конечно. Кого ж кроме второй ведьмы можно качать? Согласен. Так, 14 стаков. Статую повыше, 500 000 криты уже летят, это без манапов. И это нормально, в принципе. Так, точка роста есть. Блин, дохрена утилей вторых падает. А третьего у меня нету. На нахрен. Успел? Говна там. Кстати, можно искать инка под статую и отдавать в него на ранних стадиях дряд. Это будет вообще имба. Да, можно, конечно. Это звучит как осталось отличный докачать план. Осталось докачать статую. Статуя докачается. У нас еще игра и тут. Вечность будет длиться. Так, все, статуя Т6, есть контакт. Да, еще инка под статую. Опа. Третий инк. Блин, пока что очень хорошо все идет. Все, шестая волна. Не, ну я просто уже объективно вижу.
Оно хорошо раскачивается. Так, только статуи мне не вот это надо качать. Бам. Бам. 20 стаков. 20 стаков, между прочим, уже. Неплохо идет. И у нас плюс статуя, плюс инк под щитами. Это до первого вируса. Или вот таких контрзаклятий. Угу. Я все без щита. Ну, у тебя все. Вот. Из-за того, что у нас маленькие инки, он будет хорошо скидываться. Вот сейчас там вирус, надо просто дождаться, пока инки съедятся. И все. Но опять же, оно может попасть вирус в статую, оно может попасть в НК или в утиля. Утиля можно убрать в любой момент. То есть это не проблема, это легко можно скипнуть. О, все, докачал статую. Сейчас посмотрим, куда полетит. Ну, колдун без проблем. Щит, кукловод. Бам. Первый инк. Сейчас они как раз должны съесться. А не, на утиля перекинулась. Не, мне в статую прилетело, все хорошо. Давай, съедай его нахрен. Так. Это можно растакивать. С этим маленькие проблемы. Я немного путаюсь, что качать местами. Да что-то утилей как-то многовато. Ну, слушай, стаки вообще нормально набиваются. Здорово, Дензел. Здравствуйте. Ты стримишь? Здравствуйте. Мы видео записываем. Ты тоже решил посмотреть на это? Да, как раз сегодня стримить хочу посмотреть на это. Почувствовать. Так, у меня 6 стаков ведьмы, по-моему, это не очень хорошо. У меня 4. А это что, это Зевс? Да. О, это Инк, точнее, да? Да, Инк. Инк, Зевс. Мне кажется, до первого пузника, с которого полетит 10 тысяч проклятий и 2 ударят в НК. Не должно так быть. Так и запишу. Мне надо как-то убрать эту хренотень оттуда. Это первый матч? Или вы уже и пробовали? Ну, первый нормальный. Первый. А, даже интересно, сколько станет. Все, поехали. 30 стаков есть. Точка роста нормальная. 7 ведьм. Давай, трибунал. Шотнулся. Нормально? Странный какой-то вирус. Он же собьет щит НК и все, и дальше не пойдет, правильно? По идее, да. Если смотри. А у тебя он пойдет? Он останется. У меня сейчас, да. Я надеюсь, сейчас съедется. Тебе надо было инков убирать. Просоединить. Я надеюсь, он может остаться, на самом деле. Ну, да, он такой петушиный. Да. Там просто прикол в том, что щит НК раньше появляется, чем вирус вот. Еще раз попробует перейти. Смотри. А, ну да. Ну ты ж успеешь, да? У тебя, в принципе... Ну, я... А, у меня минус щит, кстати. Это я только что тебе кинул. Ну давай, откисай. Инк. Сколько можно? Нажимай Зевса и верь в чудо. У меня 2/3 утиля еще. Что с ними делать? О, все, откис. Что делать с утилями? 2/3 огнерыка ждать. Ну, Зевса другого больше варианта. Нельзя нажимать. Другого варианта вообще нет. Ну, типа, ты 4 утиль, даже если ты его один сделаешь, он так, все ну, одного, равно одного понизило, одного понизило. Тут надо просто... Вот так, например. Вот так. Слышал, родной. Нормально. Я их убираю, они возвращаются. И все на точках Зевса стоят. Непонятно даже, как это исправить. А я без Зевса могу убить вот эту всю хренотень? Ладно, посмотрим на темного священника. Если убью, то нормально. Включите стрим. Да, включи стрим. Ну, я даже не понимаю. Вроде как нормально. Вроде как... Нормально. Пока без Зевса.
Не, это цирк. Нормально. Одного убрал. Пул стол. Это светлый инк? Темный. А, нет, темный. На светлом я не знаю, как выживать с тем очищением, которое мы сделали. Это ж просто без шансов. Какое у него очищение? Это ГГ. 50% очищения. Я просто вот так уберу, наверное, их. А, да? А, я. А вот так. Слишком имбово было. Линк шарп шутер. Хотя бы один на нем. А. Инк снайпер. Причина нерфа инквизитора, да? Ну, короче, как-то странно по урону. Я не знаю, он вроде есть, а вроде его нет. Максимально не понимаю. А, у меня нету это, хренотени, да? А, все есть. Так. Так, ну все, сидим, надеемся на чудо. Ну, у меня стол просто бомба. Ты мне снял щит. Все, я восстановил. Ты соедини первых инков в точку роста. Тебе ж надо как-то будет качать. Да есть, так и хочу поделать. Все, статуя это 7. Я надеюсь, все будет хорошо. Стол куда? Статую. Макака. Макака, кстати, кинула. У меня нет. Нет? Ну, я не знаю, блин, все ж нормально. Визуально, по крайней мере. Не, у меня очень много утилей. У меня и точка роста уже 48%. И ведьм нормально. Что ты меня застанил, блядь? Застанил? Да. А, не, на ведьму. Ему не помочь. Давай, ведьма, что ты? А, понял, прицельница. Прожимай Зевса. Да, ну Зевс-то не убьет. Может, она очнется. Может, она очнется. Очнулся, смотри на него. Вовремя. Нет, твои контрзаки — это руина. Угу, понятно. Давай. Огнерык. Тащи. Статы убирай. Сколько там? 300. Не-не-не. Думаешь? Да. Конечно. Да. Но перевернуло чисто, вообще точно так. Чисто фатальное. Да и, у меня урона говно. Ну я убил. Ну какой? Мне кажется, это просто как с пандой. Ты в моменте не живешь, а потом живешь. Да, 10 раз. У меня 13 ведьм еще настакано. 42 стакана статуи. Что не так плохо. У меня 42 стакана статуи. 300 миллионов не убил. Сколько урона? Это вообще смешно. Ну, я не знаю, типа, это лучшая колода, которой вообще можно играть, и из того, что я тестил. Как будто светлый стоял лучше, если честно. С очищением, да? Ну, короче, это не 200b, это вот 6b. Но опять же, понимаешь, в чем проблема? Потому что ты прожал Зевса, а прожимать Зевса, ну, не прожать ты не мог, потому что летят контрзаклятия. Вот как этим играть в ПВП? Инк же реально помойка говна. Темный инк — это бесполезная пешка, как монах на благословении. Только если монах может почиститься манапом, этот чепушило не может. Он один на поле, у него щит одноразовый. Закончился щит, все, тебя застанило. Даже если щит появится, ты все равно будешь спать. Это просто помойная пешка. Трудолевый талант на монахе еще хоть как-то играет, в принципе, и можно что-то просто сделать. Просто помойная пешка, я не знаю, как его оживить. Колода реально была перспективная. Вот прикинь, у тебя 6500 крита, у меня 5000 крита, 20 зевсы, фуловые колоды. Инк, ну, вообще не стоит. Без просто, курток. Да, без курток, просто потому что контрзаклятие прилетело. Я не знаю, ему надо щит делать перманентный обратно, чтобы он хоть как-то сейчас играл. Урона у него немного, пускай делаю щит перманентный и будет нормально. Ну, как вариант. Да, потому что пока полное говно. Ну что, друзья, подведем итоги. Инквизитор по факту получился дерьмищем. Кто бы что ни говорил, он не играет и не будет играть такими темпами. Потому что кардинально поменялась мета, а Инквизитор — это самая уязвимая пешка. И да, вы можете сказать, что записали бы еще раз, так это был не первый раз, друзья. Просто всегда игра заканчивается чуть раньше, чуть позже. Если бы мы не проиграли сейчас, мы бы проиграли где-то через 2b, могли через 3b. Кошачьи хвосты ходят. Пухля не даст соврать, что Инквизитор получился какашкой на выходе.